Шучу, Да. не 600 на самом деле. Тратить, ты ради, ты нажмешь 600? В меню у меня 260. Расходуешь всю видеокарточку? Сейчас один во время загрузки. В один момент, кстати, надо будет прикусить мне. Я сейчас сидел, подхавался. Или очень нет, приятно возьму было. От кашля. Стрепсилс, надеюсь? Нет. Медовый? Нет. Блядь, нет! Я слышал этот звук. Все, в пизду, ну волоснились. А ты вообще веришь в правила 3 секунд? Он там ползает, что ли, за ней до сих пор? Бля, это был практически последний леденец, если чё. Я говорю, ты тут? Да, чё? Ты веришь в это, в правило 3 секунд? Ну, чел, когда он падает, ты его поднимаешь, он весь в волосах, не верю? Ну ты вроде дольше поднимал. Че, разминочная сдохла, да, это... мы нормально играем? Или как, чё? Как помню, грубый рофл там на мейнкасте один был. Я тебе рассказывал его? Не знаю, может быть, я слышал. Ну скажи, я скажу. Про это. Ты замутил, что ли, звук на стриме? Не, я тебе написал. Ну, я тебе рассказывал? Не знаю, да блин. Там может быть много рофлов. Не слышал такое, мы подлетаем, кстати. Я вижу. Не, такое нельзя рассказывать, там плохая шутка. Не, ну, правилами Твича можно, но... Как это? Неприлично. Неприлично. Я такая... Ладно, это еще хуже, чем то, что я тебе говорил о себе. Ну, короче, не важно. Ты даже понимаешь, что если мы даже одного человека убьем, это уже праздник будет. Чел, я ебу как трактор в этой игре. Звук ты получу? Не перепутал игру? Нет, я так могу про любую игру сказать. Чел, там перед нами 2 чела. Баба из Ю тоже? Мне кажется, мы проебали, братан. Мне кажется, парашюты поменяли. Брат, я очень хуёво упал. Действовал? Ну так. У меня есть мачете. Ого. О, братик. Привет, стримак. Как дела? А можно пописать сообщение в твоем чате? Заранее спасибо. Кто я не знаю, что ты не любишь кроссворды. На мне еще один чел. Но мне меньше повезло, чем тебе. Я не знаю. Он в левой комнате для тебя. И на мне. Эх, то он не один, да? На, тебя... Второй в левой для тебя комнате. Чел на улице был еще. Он тихо. Слева обошел, внутрь зашел к себе. С моей стороны в двери. Вышел, справа. Стоит прям перед. Хорош, и ты что, блядь, гений? Да. Я нихуя не понял, как так вышло? А, я кинул, тут кидать же можно эту хуйню, да? Я типа бил чела с мачете, и потом мачете почему-то на полу оказался. Чел, ну я предупреждал про трактор вот это все. Ты я зря не верил. В смысле, я верил? Хз, по-моему, ты говорил, что ты... Короче, не доверял мне. Я спросил, в этой ли игре? Да, да, в этой. Овка. Блять, тут была штука, которая мне нужна. А есть хилка? Чел, а ты спиздил компенс на аэрку? Я даже не видел. Я вижу кое-что вот другое, то, что я тоже сейчас спизжу. Что ему? Может, это чел что-то спиздил? Я хилюсь, короче, бандажами. У тебя есть еще? Че? И еще. Немного есть. Ладно, ну может здесь и ничего. Здесь вторая каска, половинчатая. Amazing. А что у тебя по пэтрайдерам? 30-60. Да, бинты. Да.
А не, у тебя семерки есть? Да. Что дам? А. На завод? У меня 10... Да, у меня 10-кая пушка. Вот прям для разминочной. Хз, чел, после радуги это супер простая игра. Ну, ты вот в шутере еще играл. Только вот звук какой-то тихий, подожди. Накручу еще чуть-чуть. Ну и как... Блять, меня пролагало. Слышишь, что я хотел сказать? Mm. Тут компенс еще взял, дам тебе потом. Ну как бы не стоит забывать. Давай. Все-таки. Прям сейчас на скилл. Не стоит забывать. Я понял о чем-то. Да, да. Ну, я не понял о чем-то. Блять, у меня что-то в спайке прям. Ну, 240 Гц, видяха вот это вот. Не, я не про это. У меня что-то пролагивает каждые секунд 5-10. Блять, что за хуйня? Почему у меня волосы во рту? Ты, может, леденец тут съел? Походу, блять. Опа. А с нами были еще челики? Вообще падал кто-то? Да вообще дохуя народ падало. Её щурим? Я Шура, Би-2. Единственное... Ой, монитор 360 Гц это полная хуйня. В какой игре у тебя может быть 360 Гц вообще? Только в кейсе. В доте у тебя... Чё? FPS? FPS, да. В доте у тебя не будет 360. Где мой CPU? Только в кейсе и всё. Ну и мне абсолютно это не интересно, потому что... 1080 это минус глаза. Я привык уже к 2К разрешению. Ебать. 416 и СКС. Я взял. А что за... А, ну это серваки так лагают, да? Ну, я говорю, у меня спайки тоже периодически. Ты ебать, нормально. Цевьё мне нашел? Какое цевьё? Ебать, братан. Любое чё. Нормальный сервак. Репортим? Репортим, походу. Чё, куда идем? Мы с пятачком. Фламигаст. Мне не надо, у меня компьютер же. Go? Тука Зармс? Го. Смотри, осторожно, тут могут быть уже щелочи. Ублюдки? И снова седая ночь. Только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь. Ты все мои тайны. Блин, настолько непривычно в эту игру на самом деле играть. Это шо? Либо абсолютно другие ощущения. Тут, по-моему, никого не было. Возможно. Бля, еще, короче, такая тема. Я тут недавно делал... Видео для ТикТока, который третий броник, то есть наверху. У меня есть третий, да. И там, короче, написала... Ладно, я буду ебланом с М24, мне похуй. И там написала, что... Ну, бенчмарк делал производительности компа. И там писала, что у меня с оперативой что-то все хуёво. Не все слоты опять поставил? Да не. Типа, ну, очень низкий рейтинг. Я подумал, вдруг с ней что-то стало? И из-за нее режется фепс. Может ли из-за оперативы резаться фепс? Прокаска. Ну, в PUBG точно. В PUBG же самая важная оператива. Че, блядь? Ну, в PUBG оператива самая важная. Прозелевать. Скорость оперативки. Я, кстати, миник очень красивый. Я видел чела. Или он показался? Меня проглючило или, блядь, там был чел? Посмотри клип. На 230 между бочками там. Мне могло показаться. А вообще я могу сказать, что стреляли в той деревне. Надо показаться. Че, ты казарму хочешь дощупывать? А че нет? Мы в круге. Спешить вообще никуда. Тут никто не лутал. Я пошел бы в кругло просто. Куда, блядь? На одному что-то это.
Очковато. Давай ласказарму дощупаю и пойдем. Так, у меня уже место. Сюда просто реально нормально так народ падал. Куда они все пропали? Нахуй, походу. И почему казарма не тронута, дальняя даже дорожная? Ты Колимыч не находил? Яйцевьё все еще. Не, у меня один мой только. Увел маг. Р. Х6 на крышнанте? Не. СЛР. Хотя да, возьми Х6, возьми по-братски. Бля, я где его видел? Для какого хуя? Че? Зачем это сука Патриков? Там то ли с таймингами что-то не так было у Ведяхи. У оперативки? Ой, у оперативки, да. Еще третий броник. Держи. Может, реально найдется эксперт, который мне подскажет, что там поменять надо. Психоделик? Психоделик. Я могу после этой партии сделать тест и скинуть. Идем? Да. Тестер. Подожди, коцный. Че, бустов у тебя много, что ли? Здесь лутали. Это, видимо, как раз те челы, которые здесь лутанули и пошли направо. В Домиславы. Странно. Здесь тоже. Нафиг экстра, ты типа шаришь или что? В этой в противе как что мутить? Блять, я забыл, что ты не пробил на вей, непривычно. Кстати, это... Х2 тоже могу впитать. Не, нету. Х2, кстати, Х3 скинул там на крыше далеко. Да, Х3 я видел, а. Ну мы прям на микрозавров идем. Угу. Ну это дело этот. User benchmark. Он мне показал низкий процент. Чё это по хилу? Нормально все. Ты аптеки, 4-2 бусты. Понял. Что-то понял. Найс круг. Мы в кругу. Дай оранжевый. Кого, один? Угу. Блять, а как? Неси F. На. Пусти. Лутано. Не видишь завров? Не. Че, идем на похуй? Го. Мост чекать или что? Да не наверняка на мосту. Если в домах сидят. Вот мы сейчас бежим, у тебя сколько фепса? 144 стабильно. У меня залочено. Понял. Семечко взорвалось. Ты хотел выебнуться, что у тебя 244 стабильно? Не, ну у меня мало фэпса. Ну, 144 было бы стабильно у меня. У меня 180. Я просто думаю, может реально что-то с этой оперативой? Я просто пришел к выводу, что типа лучше стабильный, но чтобы не прыгал. Потому что когда прыгает, это вообще пиздец. Ну, я кого не вижу. А где люди-то вообще? Может, они сзади нас? Может. Может, они сзади. Там два дропа падает по фану. Бля, сейчас лягу попробую. Ладно, попробуй, после этого попробуй найти. Чё мне тест сказал? Чё? Стрепсилс тут найти? Да. Блин, хз, я
Конечно, никого не вижу на мосту, но как бы первое правило моста, на мосту всегда есть люди. На мосте. Нам еще машину так оставили. Как будто там вот прям реально люди есть. Секунду, я сейчас кое-что чекну. Вольтапчики. Сейчас вернусь. Возвращаюсь. Там тачка паркованная стоит на той стороне. У нас не припаркуют тут сзади? Да, да. Устал что-то назад смотреть. Как может быть лутано и челов при этом нету? Налево можешь пошли по острову. Круг все-таки... А, слышь, круг так вообще на нашей стороне. Ну да, я. Может, они реально налево пошли? Ты видишь, машина стоит? А, или ты не туда смотришь? Не туда, я налево смотрел. Вообще, я тебе говорю, стрельба аж вот здесь это была. То есть они глубоко острова как будто уходили. Ну, это прям давно было. Пока мы казарму лутали. Здесь тоже лутано. АВМ забрали. Интересная игра, да? Да, забавная. Вначале троих увидела и все. Странно, что троих, кстати. На четверых. Я лягу и пока попробую найти тест, который я делал. Как там User Benchmark называется сайт или что-то такое? Вот у тебя надо спрашивать. Вот это, по-моему, мой тест. Да. Мы опять в кругу. Вот такая вот хуйня у меня показалась. Хорошая партия. Я на самом деле рассчитывал, что мы сдохнем сразу и вот как бы прочувствуем вкус игры и пойдем в следующую. А по факту еще походу не раскуренные наткнемся на каких-то задров. Что за тест памяти через Аиду? У меня Аиды, кстати, нет. Там шпёхаются на той стороне моста. Четверых как минимум вижу. Притом как-то странно, я вижу очень далеко чего. Типа понимал, я где-то здесь челов вижу. Не, у меня не может 233 стоять, я там убился, помню, подкручивал эту тему. Бля, короче, ты после вот этой игры я разберусь. Играть чё? Зашел или компилировать? Не, ну мне вдруг стало интересно то, что какая-то хуйня. Ну, как бы игра тут такая, можно и покомпилировать. Ты видишь на 330? Там, короче, тачка у скалы, они отбежали левее к Гарику. Вон там у Гарика двое стоит. И нет. Очень далеко, прям на желтый, там видно челы иногда выскакивают из-за горизонта. Ну, я доверяю тебе, но просто думаю, то, что пеня у нас где-то будет ближе. Ну, я так. Чтоб ты понимал.
На спине я только за лодки боюсь. Воду что-то плохо видно. Просто, может, мне реально оперативы руинит нахуй все? Я такой дебил. Это спине? Да. Причем далековато так. Угу. Я устал. Сколько у тебя хилок? Две аптеки, 3-2 бусты. Ты сожрал аптеку? У тебя же 3 было. 2. Не, я сейчас на стрим зайду. Сходи. Ты выложил под себя аптеку? Нет. Ну, просто у меня 200 это было. А как глянуть, насколько она? Аиду надо качать обязательно? Или как-то еще можно узнать? Ебать там. Я хочу пострелять, Игорь. Пострелять? Чел, ну далеко стрельба идет. Блять, напугал. Вбил их именно. Я попал. Сползаю. Мы опять в кругу. Диспетчер задач можно? Диспетчер. Ладно. Нам что-то занять нужно. Хорошее. Нам в спину пойдут челы, скоро мы приходим. Да, я поэтому говорю, что-то хорошее бы занять. Ну, это гора неплохая. Тут деревья. Ну. А что ты хочешь занять тут? Дома, что ли, блин? Ну просто я думал мост, но мост-то тоже как-то обосраться легко можно. На мосте там пиздец будет. Ну, там весело будет. А если мы направо перебежим, там хуёво будет. Я просто тут хотел челов это. Я понял, ребят, после этой игры посмотрим, что с противником. Просто там как-то слишком открыто чувствуется. Могу вернуться к тебе, конечно, но там слоу-граундом мы будем. Как-то некрасиво. Чё, мы уходим? Походу. Я сзади глянул, никого не видно. Но они там вообще прям чуть ли не на кругу были. Мне просто кажется, что... Блин, не знаю. А мы на правую гору или сюда налево просто? Up to you. Ой, бать, это тоже но далековато. Правая поувереннее, тут прям ямка. Единственное, это могут быть каким-то чудом. Кином доплавить начало. Через 2,5 часа. 3 часа я поиграл, и нахуй хватит. Мы, кстати, прям спехало вышли. Да? Ну и прямо спехало. По мне. Опа. Сгорем 24,80. На сколько? На 80? Дал на него метку. Бля, чел, у нас позиция дерьма, нам в спину еще будут стрелять. Он один за лоу-граундом. Близким. Хочешь подпушить его? Ну, проконтролировать хотя бы. Вижу. Он правее уходит? Мне не видно просто. Да. Но он на той же твоей метке был. Просто вниз шел. Запушим, может его убьем? По мне дал. Ну, смотри. Мне не видно из-за листвы. Может правее обходить, он со мной занят. Я взорвал. Это не тот, слышишь, двое. У того М24 было. Он переключил ствол, это он. Нет, это я нокнул. Их два. А, понял. Чел, ну я чуть-чуть подхилился. Они, кстати, не в круге. Мы тоже. Они на нас бегут сейчас, или что? Да. Калаш глушитель. Ты в норме? Сзади нас дроп упал рядом. Убил. Я за дропом. Давай. Чел, я ложусь хилить, короче. А я бы забрать дымов там. Найс круг. Что там было? У меня вообще гранат не осталось. У меня их в принципе не было. Третий броник стоял. Я возьму броник, меня интересует.
Блин, конечно, болтовку сейчас вот эту разминочную. Ну, слева вроде можно изи перебежать. Ты назад хочешь перебежать? А, да, понял. Ну, в круг, да. Бегу, бегу. Найс круг. Спасибо. Блин, рука потеет, прям пиздец. Странные вещи я наблюдаю. Восемь people. Роджер Зет. Блин, что там это? Шо? Я, по-моему, не туда иду. Там хоть зачем-то есть спрятаться? Да, я про это вот и говорю. Хотя бы вроде нормально. Но тут правее надо уйти что-нибудь. Перед нами в окопе в этом бункере и слева чел за камнем. От окопа вроде спрятались. Я в зону бегу, просто там синька душит. Я хилюсь и побегу дальше. Кинешь сейчас смачок? Какой смачок? У меня нету. Вот у меня есть. По тебе дают? Да. Нокнуло. Блядь, чел. Какого, право или лево? Лево. Правого не видно. У меня аптеки. Правый бежит, это походу тиммейт его. Аптеки кончились. Я хилюсь бинтами. Надеюсь, они с одного пати. Значит, нам пизда. Да, слева за деревом лежит, они с одного пати. Окей. Буст пью. Где еще люди? Не знаю. Я сменю еще позицию, там не видно из-за деревни. Ой, а тут я не в круге. Ага, правее там чела. Блять, супер дерьмовая ситуация. Где этот? За домом он или где? Да он за бункером, да. Можешь внутри быть. Но он слева пикает. Бля, чел, я боюсь, нас справа будет. Развлекай, короче, вайчок, ничего справа. Я бущу сам сижу. Там мост кругой, они на мосту, блять. Если они сюда глянут, то пиздец будет. Там близко к нам никого нету. Ты на мосту видел прям челов? Я вижу мост. Я потерял этого чела. Справа. Блять, он до сих пор справа пикает. Блять, я надавал ему три попадания в нем. Я нокнутый. Второй раз? Нет, первый. Не поднимешь меня? Ну, если его не убью, то нет. Скорее всего, не убью. Крыса. Ты долго живешь? Ну, да. Но тут круг сейчас уйдет, и мне пизда будет. Поднимешь? А. Ладно, играй дальше. Да у меня хила нет. А, я ты сдох? Тоже не сыграю. Че, в КС идем? Ты в КС хочешь? Да мне без разницы. Погоди, я, во-первых, прочекаю, что к чему.